Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 11 июня, и мы в гостях у матушки Мануилы в ее малом ботаническом саде. Да, в ее малом ботаническом саде. Здравствуйте, матушка Мануила. Здравствуйте, здравствуйте. Вот прихода ее преподобного Алексея, человека Божия в Горелово. Да, преподобного Алексея, человека Божьего в Горелово называется приход. Ну что, начнем показывать красоты, огромную коллекцию многолетних, которую собрала матушка. Уже сколько лет собираете? 10 лет. Так, давайте пройдемся вот по этой стороне, где у нее здесь ценные разные башмачки, ципрепедиумы, хосты. Ну, начнем отсюда. Вот смотрите, какие мышиные ушки, какие кусты у нее растут. Просто вот сколько лет уже. Это сантиметров, наверное, 40-50 в диаметре. Blue Mouse Is. Шикарные мышиные ушки. Вот пошли у нас ципрепедиум башмачки. И вот так вот у нее вся сторона. Вот здесь, наверное, метров 80 туда вдаль. Разные редкости сидят. Тут и ятрышники, и печеночницы. Хосты разные коллекционные. Она любитель, матушка Мануила, собирать все самое редкое, все самое интересное. Сейчас уже много что отцвело. Вон джефферсония какая, куст. Это в диаметре сантиметров 60. Обалденный куст. Башмачки, ципрепедиумы. А вот какой башмачок, я даже не знаю. Так, что тут за сорт? Какой? Нету названия. Какой шикарный. Темный, черный прям. Так, пошли дальше хосты. Хосты разные. High Society сорт. Обалденные. Вот тоже мышиные ушки. Триллиумы пошли. Сангвинарии. Вон листья какие. Папоротники вижу. Это, наверное, похож сорт на, как называется у нас, то ли Ocean Fury, то ли Хост Привидение, что ли. Так, Кентукки Пинк Блаш Ципрепедиум. Вот, орхидея Фэри. Написано у нее так на этикеточках. Так, идем. Илюш. Так, ну-ка, внук, показывай мне, что тут дальше у матушки растет интересного. Ципрепедиумы. Похоже на Сабину. Вон и ландыши. Кто кошка там у нас? Кошечка бежит. Так. Пандорас бокс хоста. Маленькая она. Это мини-хоста. Стилетто вот вижу. Стилетто. Да, вон здесь децентры какие у нее. Да, децентра голубая. Сорт называется King of Hearts. Король сердец. Король сердец, да. Красивая децентра. Вот рододендрон листопадный. Цветет. Да, дабр-бер. Очень, очень красивый. Азалия. Видите, как набирает цвет. Шикарные. Так, ну здесь листопадный уже отцвел. Да. Дальше башмачков. Сколько у нее тут? Много. Сколько много. Вот, но в этом году жалуются. Говорит, что у нее кто-то здесь украл несколько, много кустов всяких редкостей, особенно мини-хост. Вот такие люди попались. А тут башмачки крупноцветковые уже цвели, смотрю, это типа Сабины была крупная. А тут еще цветут мелкашки разные. Башмачки. Так, вот какая ель у нее тут, подушковидная.
типа не дефорбиса, наверное. Папоротники. Вот купена. Низенькая купена у нее какая. Низкорослая, приземистая. Чаминг-дварф. Чаминг-дварф. Написан сорт. Так, что тут у нас дальше? Хосты. Папоротники вот такие красивые. Дальше пошли. Так. Это хоста. Да, десерт Маус. Это тоже Маус. Это папоротники разные. Вот, очень красивые. Это у нее, я не помню, что это, типа на нигиши похоже сосну. Голубая сосна. Очень красивая. Так, Илюш, ну-ка, что тут у нас? Вот еще у нас какие тут есть. Сабина Пастель. Очень красивый башмачок, Сабина Пастель. Красивые башмачки, да, дедушка? Очень красивые башмачки. Тоже фиолетовые башмачки. Вот Макрантас. Башмачок крупноцветковый. Вот купена пестролистная. Хосты. Хосты красивые. Ель. Ель со шишками. Да, у нее красные приросты. Красные приросты. Башмачки такие красивые. Ой, какие шикарные. Лаки. Лаки Пинки Пэнк. А, Люси, господи, Люси Пинки Пэнк. Красивая тоже Люси Пинки Пэнк. Башмачок. Так. Это мелкоцветковые. Мемори. Орсиас Аустин. Орхидея. Памяти Шона Остина написано. Башмачок. А это что за сорт? Это Рената. А Рената? Рената, да. Тоже красивый башмачок такой, видишь, рябенький. Да, красивый. Белый. Так, это ель. Это, вижу, это ель. Похоже, да, это эхинеформис. Шаровидная елка эхинеформис. Что, снова башмачки. Венерин башмачок. Это можжевельники пошли у матушки. Разные можжевельники. Так. Хосты разные. Хосты. О, даже сирень. Сенсация цветет. Сейчас очень красивая, да, сирень. Бело-фиолетовая. Шикарно. Видишь, какая с полосочками. Да. Это у нее задний двор. Так. Пойдем-ка мы теперь снимем. Снимем теперь пионы, пробуем видео. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, приезжайте в Горелово, это под Санкт-Петербургом находится.